Тюменская область активно реализует антикоррупционную политику. Сегодня регион занимает 15-е место в России по эффективности проведения общественных экспертиз. Развивать институт проверки и контроля область намерена и дальше. Еще одно направление – оказание электронных услуг. Только бизнес может получить их по 48 направлениям. Оправдывают себя и многофункциональные центры, которые не только упрощают работу, но и препятствуют коррупционным проявлениям. Что позволяет исключить непосредственный контакт заявителя и органов власти. На сегодняшний день в МФЦ предоставляется 183 услуги, и мы это количество будем увеличивать. В 2016 году более 900 тысяч жителей получили услуги через эти центры, что говорит о их актуальности.